Здравствуйте, уважаемые дамы и господа, дорогие братья и сестры. Мы сегодня продолжаем беседу с выдающимся общественным деятелем православным, доктором медицинских наук, невропатологом, замечательным батюшкой-игуменом Анатолием Берестовым. Батюшка, добрый день, благословите всех нас и кто Бог смотрит. Бог да благословит всех телезрителей. Спаси Христос. Батюшка, ну вот давайте мы сегодня поговорим о ваших книгах. О ваших книгах, о чем они, и можно ли ими пользоваться как учебниками, поддерживает ли медицина, наша официальная медицина, вашу деятельность и ваши книги? К сожалению, официальная медицина не занимается вопросами религии, она не уцерковлена, официальная медицина. И даже практикуют, наверное, да? И гипноз, нередко практикуют вот оккультные, да, методики, официальные медики, с чем мне неоднократно приходилось сталкиваться и бороться. Но, тем не менее, есть православные, верующие православные врачи. Это как отдельные личности. Не как явление социальное, а как отдельные личности. Вот они, ну, я считаю, немало делают для популяризации вот нашей деятельности, деятельности нашего и других подобных центров. В некоторых городах открыты даже православные отделения при больницах. Есть такие. Во это многих больницах сейчас есть церкви. Да, во многих. Домовые церкви. Да, да, да. Мы положили этому начало, когда... Да, я помню, это где-то вот на Соколе, да, храм. То есть там больница большая, и вы первые создали там... Институт трансплантологии. Да, да, да. Впервые открыли больничный, да, храм. Ну и после этого первые стали, на территории России. Да, а появляться больничные храмы. Угу. И, слава Богу, их уже немало. Да почти в каждой больнице, да, есть. Ага. Если не храм, то это молитвенная комната. Молитвенная комната, да. Конечно, с целью популяризации нашей деятельности мы вот и выступаем по телевидению, издаем книги, в газетах, в журналах нас печатают. Когда при больнице открывается православный кабинет или храм, исцеление, лечебная деятельность значительно улучшается. Несомненно. И, по крайней мере, вот в нашем душепопечительском центре 95-96% молодых людей, приходящих впервые к нам, сразу прекращают наркоманить, алкоголить. Ну и... 90%, батюшка, да? 95-96%. Опа, хорошо. Практически все. И 4% – это только те, кто не могут воспринять в свою душу Бога, веру, молитву. Они отходят. Ну и остаются наркоманами или там сектантами и так далее. Вы в одном экземпляре, один, единственный. Есть ли у вас ученики в других городах? Ну, конечно. Конечно, сейчас в Сибири немало открылось реабилитационных или душепопечительских центров. На Ямале. Даже на Ямале? Да, даже на Ямале. В Санкт-Петербурге замечательный душепопечительский центр, в других городах. И в Сочи. Там ваши ученики? Да. Хорошо. Да, да. Батюшка, а вот эти ваши книги, они могут служить как учебники? Или они для широкого читателя? Они в основном рассчитаны на широкий круг читателей. У меня нет ни одной книги специально для священнослужителей, нет таких. Угу. Меня волнует именно широкий круг читателей для них. И вы знаете, вот, есть такая книга, но среди них ее нет. «Число зверя на пороге третьего тысячелетия». Это об оккультизме. Собственно говоря, вот так говорит Господь Бог. Это второе тоже, издание, да, второе тоже издание книги. Да. И были случаи, когда молодые люди не заходили в храм, а только прочитав книгу, прекращали наркоманить.
Такие случаи... Дух такой особый лежит, и слово, конечно. Да. Это ужасно, батюшка. А вот некоторые экстрасенсы, так называемые, да, они говорят, мы православные, мы ходим в храм, они приходят. В принципе, не может быть православный человек колдуном. Колдовство? А мне отвечают, а я не колдунья, я экстрасенс. Она закончила там какие-то курсы. Это сатанизм. Это бытовой сатанизм. А как она может идти в церковь? Скажите, пожалуйста, она приходит в церковь. Да, как правило, зачем? Она, может быть, там как подпитывается? Правило, они не могут зайти в церковь. Могут. Они даже иконы это редко. Да, даже иконы. И некоторые экстрасенсы принимают, принимают больных с иконами на столе. Да, и свечи зажигают. Да, 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 да. А что это? Почему? Или не такие проявление иконы? Сатанизма в быту. Бытовой сатанизм. Они не знают, что они работают на сатану. Не понимают, не знают этого. Да, они признают Бога, но работают сатане, а не Богу. И особенно страшно за тех, кто вот идет к экстрасенсу или к этой колдунье, и ему это помогает сначала. Да, но, да. Помогает, нередко помогает. А затем, через несколько месяцев, ну, по нашим наблюдением от 2 до 6 месяцев длится вот этот светлый промежуток, когда якобы помогло. А затем болезнь возвращается с новой силой или развивается новая болезнь, которую, даже практически, новая болезнь, да, которую практически невозможно вылечить. А потом сатану не изгонишь, так? Конечно, же? Конечно. Ну, да. Батюшка, а вот ваши книги, я смотрю, тираж-то маленький, в других городах нет. У нас в Москве вот только эту книжечку, я знаю, есть в продаже. Этой книги большой тираж, относительно большой тираж, 25 тысяч. Это разве большой, батюшка? Это маленький тираж. Ну, а такие вот книги нужно издавать миллионами. Да, миллионными тиражами нужно издавать, чтобы с этой бедой, о которой вы пишете и говорите, бороться. Что мы сами... За свой счет не можем издать. Ну, да. Кто-то помогает, кто-то издает. В силу возможности своей издают. Батюшка, ну у вас сейчас какой-то новый проект, да? Издательство «Достоинство» берется издавать ваши труды? Да. И мы планируем серию книг под эгидой «Безопасность России». Безопасность России имеется в виду, в первую очередь, духовную безопасность, затем и безопасность и телесная, соматическая, да. Пищевая безопасность. Ведь у нас несколько книг было издано, посвященные продуктам питания. Мы говорили о том, как продукты питания, некоторые, не все, конечно, могут приводить к развитию различных заболеваний. А какие продукты? Да даже некоторые хлеб. Хлеб? Обычный наш хлеб, да, там специальные дрожжи, которые оказываются опасными для организма. Ну, сейчас весь хлеб на дрожжах, кроме в монастыре бездрожжевой на закваске. Ну, так. А вот эти пищевые добавки, вкусовые добавки? Да, пищевые добавки, так называемые БАДы, биологически активные добавки, они очень часто приносят большой вред, потому что ведь... Мы потребляем огромное количество этих БАДов, то есть добавок. А нельзя предусмотреть именно какое количество этих добавок необходимо каждому конкретному человеку. Вот туда эти сыпят. Биологически активные добавки. Да, эти. Да, БАДы. Так, а это все БАДы, у нас любые продукты. Ну, вот так вот. Лучше от них избавиться, лучше не употреблять. А как мы можем избавиться? Когда это Где все? Мы да, можем да. взять чистые продукты? Где? На рынке? Да и на рынке и сейчас. И на рынке сейчас так же. Это только если жить на своем натуральном хозяйстве. Как раньше помещики же, это нереально. У нас нет тех ресурсов, нет конечно. Тех земель. И поэтому мы живем в городе. Отец Анатолий, я вот не просто был и удивлен, и обрадован. У меня было это удивительное чувство, когда я с вами познакомился воочию. И, честно говоря, много о вас слышал, раньше был знаком. И когда вот мы так вот поговорили, я вот верю, что возникло теплое взаимное желание в дальнейшем сотрудничать. И любое сотрудничество, как говорится, наш девиз – слово и дело. И вот когда мы поговорили и сказали «слово», у нас возникло совместное желание перейти к делу.
И меня необыкновенно впечатлили. Я считаю, что это вообще квинтэссенция, когда могут... Кому-то может отец Анатолий нравиться, кому же может не нравиться, кто-то может говорить, но есть момент истины, отец Анатолий. Вот это момент истины для меня, это 30 тысяч человек, которых вы вернули к полноценной жизни и которые избавились от этой страшной пагубной зависимости, от алкоголизма, наркомании, других форм. Это только зависимые. Да, это только. И еще те, которые... Ну, так сказать, тоже вернулось еще большое количество людей. Это вот результат. Что бы мы ни говорили, есть удивительный результат человека, доктора медицинских наук и священника в одном лице. Это Господнее и мирское, может так, соединилось, и мы получили удивительный, удивительный результат. И когда вы мне предложили стать членом попечительского совета, для меня это большая честь и радость, и то, что действительно... Вот то, что сейчас гнетет Россию, и то, что, так сказать, наши молодые, в основном это мужики, способные мужики, которые уходят вот в эту страшную жизнь, можно сказать, даже и ненужную, мы их должны возвращать. Меня потрясло и название, потому что оно действительно правдивое и сильное. Проект «Безопасность России». Вот это тот проект, если Господь даст нам силы, дорогие друзья, кто будет смотреть эту передачу, это будет действительно удивительный проект, это будут удивительные книги, которые вы можете купить, вы можете посмотреть в интернете, и вы можете обратиться к батюшке и нуждающимся, те, кто просто прочитает, потому что, наверное, так как это будет о алкоголизме, о вакцинации, будет о наркомании, то есть о том, как нам возвратить, ну, если говорить по-простому, не лукавить, это будет как возвратить нацию к здоровому образу жизни. Да, конечно. Надо, чтобы книги выходили быстро и расходились. Ну, в общем-то, у нас так получается, что они мгновенно расходятся. И у меня, собственно говоря, нет ни одного экземпляра даже своих книг. Вот тут есть экземпляры, но это не мои. Не мне принадлежащие. Это наполовину, это те ваши книги, которые вы подарили мне, и теперь они мои. Да. Не может быть человек здоровым, если у него нездоровая душа, дух. Этот человек не может нормально жить. Он не может вести здоровый, нормальный образ жизни. Не может. Ну как можно быть здоровым, если человек курит? Развивается масса заболеваний. Как может человек быть здоровым, если он пьет? И если он пьяница или алкоголик? Ну, пьяница, алкоголизм, с моей точки зрения, одно и то же. Правда, пьяница – тот, кто пьет, но еще может не пить, а алкоголик – тот, кто пьет, но уже не может не пить. Вот такая несущественная разница. Ну и если наша молодежь, и не только молодежь, но и старики блудят, прелюбодействуют, это ненормальный образ жизни. От такого образа жизни рождается нездоровое потомство. Вот мало кто знает, что если молодые люди рано начинают жить сексуальной жизнью, то они не могут, как правило, родить здоровое потомство. Вот в чем дело. Это же мало кто знает. Наш народ, русский народ до революции, ну, может быть, в первые годы советской власти, не вел такой безобразный образ жизни. Но советская власть приучила вести нездоровый образ жизни. Сейчас нет советской власти, нет советов. Мы должны вернуться прежнему, здоровому, нормальному, хорошему образу жизни. А без церкви, без веры, без Бога не может быть хорошего, нормального образа жизни. Вот, батюшка дорогой, скажите, пожалуйста, вот издательство «Достоинство», да, они будут издавать ваши книги за ваш счет, или там Николай Владимирович Тырин будет как-то, да нет, помогать? Нет. В прошлый раз я говорил, что у нас нет денег на издание книг. Да, вот я про то и говорю. Поэтому нам добрые люди помогают, как и в лечении тоже помогают. И мы существуем именно за счет добрых людей. Спасибо им. Спасибо вам, дорогие люди. Но если бы не было
добрых людей не было бы добра, и жизнь бы невозможно было без добра. Как? В одном зле только жить? Это невозможно. Отсутствие добра – это уже тоже есть зло. Это уже болезнь тоже. Конечно. Мне думается, что люди злые, конечно, они больные люди. Не звери, но, безусловно, духовно больные, духовно немощные. А вот когда выйдут эти книги, издательство «Достоинства ваши»? Как вы планируете? Какие именно книги будут? Ну, те книги, которые мы издавали раньше, и вот эти книги, ну, пойдут под эгидой безопасности России, под маской православия. Это же тоже безопасность России. Грех, болезнь, исцеление. Это же тоже безопасность России. Мы говорим, как грех влияет на здоровье человека. А все наши болезни от грехов? Совершенно, да? Верно. Вот эта книга об этом и говорит конкретно. Говорит, как грех влияет на здоровье. Ну, батюшка, ну все же мы болеем, и вы хворали, и я вот 40 дней лежала в больнице. Но, к сожалению, мы все ведь так или иначе грешим. А может быть так, что мы несем, я не говорю, вы несете, допустим, чей-то грех чужой берете на себя, и поэтому заболели. Может и так быть. Но один человек, грехи одного человека могут влиять на вот, состояние многих людей, иногда на миллионы. Вот маленькие дети, еще, казалось бы, безгрешные, ему там полгода, годик, и он болеть начинает. Это грехи родителей? Очень часто, да. Но смотрите, если мама пьет, неважно, что там, пиво или другие какие-то алкогольные напитки, если мама курит, она уже заражает какой-то болезнью своего настоящего или будущего ребенка. Это так. Обязательно. Но бывает так, что ни мама, ни папа не пьют, не курят, вроде бы добропорядочные, а дитё рождается больным. Живем-то мы не на облаке, а в обществе. А общество-то больное, духовно больное общество и телесно часто больное. Так что мы влияем на еще не родившихся детей, на будущих детей. Мы уже сейчас влияем своим греховным поведением. Это так. Батюшка, ну а еще о какой-то книжке расскажите. Ну, вот эта книга «Православие и теософское учение о карме». Да. Да, вы знаете, тут не один такой вроде бы очень ученый господин говорит, ну а как же, инкарнация существует, ведь в Евангелии написано, что дух Илии был на Иоанне Крестителе. Это, говорит, не что иное, как реинкарнация. Что чушь это, чушь не это. Что иное, как чушь. Человек не понимает это, хотя он, может быть, и умный, образованный человек, но не понимает, что реинкарнация или карма. Угу. Это ересь? Это духовная ересь. Да. Конечно, духовная ересь. То есть никакой реинкарнации быть не может, да, батюшка? Ну, конечно, конечно. Человек это рождается сугубое один раз. Антихристианство. Угу. Христианство далеко отстоит от учение о карме и реинкарнации. Ну да. И жизнь, наверное, затем и дана, чтобы как-то душу вырастить, да? А туда уж каким придем, таким придем. Никто на исправление нас сюда снова не пошлет, ни в какое другое тело. Да, необходимо помнить, что мы своим поведением зарабатываем свою будущую жизнь. Работаем на свою будущую жизнь. Как? Если мы живем безбожно, грешим, то есть ведем безобразный образ жизни, и наше будущее будет безобразное. Батюшка, как опасно, действительно, посреди сетей многих мы живем. Вот поэтому вот эта книга, или изначально ее название «Число зверя на пороге третьего тысячелетия» принесла немалую пользу. Многие впервые узнали, что такое оккультизм. Да. Что такое сатанизм? Ну, вот наши обычные рядовые телезрители. Да, среднестатистические, откуда они могут, конечно, знать это? Но вот эти книги помогают. А потом... Да, в общем-то, и врачи, столкнувшись с нашими книгами, тоже стали задумываться. Некоторые врачи мне говорили, прочитав эту книгу,
Я ведь раньше тоже так думал, но почему я не написал об этом? Ну, так вот. И тем более врачи ведь на практике встречаются с такими заболеваниями, да, которые конечно. Результаты вот этих... Да, ведь не секрет, что немало все-таки, относительно немало врачей занимались оккультизмом. А гипноз тоже это вот как бы черное что-то, нет? Вот видите, я не поддаюсь дело? Гипнозу, и меня ну, пытались. Хорошо. Это хорошо? Видите ли, мое отношение к гипнозу двоякое. С одной стороны, это метод лечения некоторых болезней. Нужный, необходимый метод лечения некоторых. А какими силами? Как? Гипноз, вот какая это сила? Слово, Божий? Дух. Слово. Божий дух? Ну, не обязательно Божий дух. Вот. И любой человек может принести или пользу, или вред словом. Помните, русская пословица «слово лечит, слово и калечит». И калечит, да. Так и книги и лечат, и калечат. Ну, в основном эти книги, они лечат. Ну, вот под маской православия, например. А вот об этой книге скажите, у меня ее нет. Под маской православия. Под маской православия имеется в виду, что некоторые врачи или так называемые целители, экстрасенсы. Сейчас много, даже курсы. Выдают себя за православных и выступают от имени православия. Хотя это сатанизм, бытовой сатанизм, целительство народное. Вот. Ну, я не имею в виду травы, а там, где духовные практики применяют. Угу. Как правило, это очень вредные практики. Но, батюшка, есть такие целители-травники, они с молитвой все делают, они хорошие ведь, правда, есть? Ну, конечно, я не имею в виду ну, этих. Ну, да, да. А это другое, конечно. Травы, да. Ведь в основном основная масса наших лекарств на травах. Ну, да. Но и есть травы, а есть отравы. Да, совершенно тоже верно. Корень-то один. Да. Это так. Батюшка, а вот эта книга о чем? «Возвращение в жизнь». Это «Возвращение кто? В жизнь». Здесь мы описываем наш опыт возвращения в жизнь наркозависимых молодых людей. Mm-hmm. Это наш опыт исцеления наркозависимых и алкоголизависимых, и людей с другими зависимостями. Mm-hmm. Поэтому есть возвращение в жизнь. Мы их возвращаем в жизнь, этих тяжело больных людей. Постепенно, когда начинаешь менять образ жизни, Господь окружение меняет, людей, друзей, и все общение полностью переходит в другое русло. Начинает жизнь вообще восстанавливаться все. И работа появляется интересная уже. Вот. Ну, соответственно, когда все это время нужно чувствовать, что Бог рядом с тобой, что нужно делать к нему шаг навстречу. Ты делаешь шаг навстречу Богу, а Он тебе опять сделает. Бывает, когда трудно человеку, искушения разные происходят. Кажется, что Бог оставил, но это тоже испытание, которое мы должны пройти. Вот, а если отойти от Бога, то, конечно, опять вот это болото засосет, потому что все. Это же духовная болезнь, духовная брань дьявола, он тоже не спит. И как в Библии написано, что дух уйдет и берет с собой еще 7 злейших. Поэтому, дорогие братья и сестры, уважаемые дамы и господа, молитва – это все. И действительно, даже нам, грешным, Господь оказывает большое милосердие. Батюшка, эти вот книги будут изданы также, переизданы, да? Да. Потому что я знаю, что вот у нас в продаже только сейчас в Москве вот эта книга. В провинции, в губерниях ее нет вообще в продаже, нет этой книги. А эти, по-моему, они прошли они мало тиражом. Они прошли малым тиражом и вмиг исчезли. Да. Да. Я еле нашел. А, даже они будут как у вас собрание книги. Сочинений, батюшка? А? Как собрание сочинений будет? Или отдельные, как учебники? Нет, не как учебники, как отдельные издания. Отдельные, и тоже будет издательство достоинства. Под эгидой безопасной России. Дорогой батюшка, ну вот скажите, пожалуйста, вы говорили о героине и спайсе, а вот эти страшные наркотики, эти яды. А теперь
уже другие какие-то наркотики? Да. И запрещает государство как-то, вот законодательно запрещает или нет? Только контроль запрещает, но нередко с опозданием. Вот точно так же, как спайсы, курительные смеси, они принесли очень много вреда. И сравнительно совсем недавно их запретили. Но появляется масса новых наркотиков. К счастью, их, как правило, со временем запрещают, но время убивает людей. В то время, пока они существуют свободно, они убивают людей, молодежь. Ведь смотрите, в России только от самих наркотиков погибает не меньше 100 тысяч молодых людей в год. 100 тысяч в год теряем молодых людей, которые бы рожали детей, пополняли бы народонаселение страны. А мы теряем молодых людей. Только от одного наркотика, Может, это война с нами? Может, это какая-то закулиса нам эти наркотики? Ну почему? Почему не запретят? Почему нет сухого закона? Насчет сухого закона, насчет алкоголя я не берусь говорить. Но в отношении наркотиков... Надо запретить. Запрещают. 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 И тем не менее? И тем не менее появляются новые. Одних курительных смесей масса. Смеси для ванн. Для ванн? Курят, да. Первый раз такое слышу, ужасно. Чего только нет. Да. Чего только нет. Батюшка, вот благодаря вашей деятельности как-то противостояние все-таки есть. И власть, может быть, возьмется наконец-то за то, чтобы вообще искоренить этот... И власть, да, и в лице Федеральной службы контроля за наркотиками много делает. Правда, сейчас пишут о том, что хотят прикрыть ФСКН. Это глупость. Это безумные люди пытаются это дело прикрыть. Это враги России пытаются прикрыть, конечно. ФСКН. ФСКН – это как раз... Федеральная служба по контролю за наркотиками. Вот, батюшка, а мне непонятно, я простая женщина, мне непонятно, почему контроль за оборотом наркотиков? А мне кажется, нужно вообще службу по уничтожению всяких наркотиков. Нет, но наркотики-то они все-таки, часть из них лекарственные препараты, очень нужные, и за ними надо следить. Вот за оборотом наркотиков надо следить, да. То есть наркотики – это и лекарства в том числе. Да, конечно. Понятно. Ой, тот же героин, я не буду говорить, зачем, в каких случаях его можно употреблять как лекарство, но это же лекарственный препарат. Опиум, морфий. Даже вот Анна Каренина, помните, у Толстого, оказывается, она была морфинисткой, она капала себе в мензурочку морфий, когда ей было невмоготу. И пристрастилась к этому. Вот. А это всего-навсего лекарство, да? Мы ей говорили, что в советское время бытовал термин «медицинская наркомания». Да. Когда, употребляя обезболивающие лекарства наркотического происхождения, люди подсаживались на это лекарство. Ужасно. Батюшка, нужно теперь как-то, мне кажется, бить во все колокола, что вы один-то. Один вы не справитесь. Ваши ученики есть в Сибири, в зарубежье русском, по всей России. Но их мало, если вы говорите, столько наркоманов. Да, честно говоря, и ФСКН был организован в свое время благодаря нам. Слава Богу, хоть они организовали. Как это запретить? Прикрыть. Здесь, я думаю, что наша православная общественность, конечно. Да и не только православная, все нормально мыслящие люди, здоровые люди, они должны возмутиться. Нет, прикрыть это нельзя, иначе мы потеряем еще поколение. Безусловно. Мы вам благодарны. Дай Бог вам здоровья. Держитесь. Спасибо. Вы хворали. Дай Бог здоровья, и чтобы вы еще долго послужили России. Ждем с нетерпением ваших книг в издательстве «Достоинство». Благодарю вас. Спасибо. Дорогие телезрители, спасибо. Мы прощаемся с вами. До новых встреч. Всего доброго. Храните свое здоровье. Молитесь больше. До свидания. И любите друг друга.